Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. Между предыдущей и этой серией я немножко побегал, приторговался. Поэтому у меня сейчас, ну, во-первых, есть немножко крышек. Во-вторых, я улучшил свою винтовку. Думаю, тут и говорить не о чем. Я прикупил к ней оптику. Так, сейчас мы идем, как я и обещал, за Бенни. У меня есть стволы скрытного ношения? Судя по всему, нет. Ну что, значит, придется устроить убийство у всех на глазах. Ну. Я не уверен, что там получится с ним договориться как-то. Я просто знаю, что это все. Hey, fellow, welcome to the top. Пять слов из моих холодных мертвых рук. Так что-то, ладно, не важно. Buddy, I've got Watch you out. Now. Come on! Херанем психа и не знаю, сопротивление урону. У меня же стимуляторы еще были. Да, я думаю, достаточно. Кто у меня тут стреляет? Ты посмотри на него, да? Какие у нас тут все крутые. О! Давуть! Крупье бежит. Давайте попробуем. Ой. Вошло. А, не хватает, да? До свидания, чё, товарищ. Так, еще давайте сохранимся. Воу. По-моему, Бенни больше не осталось охраны. А нет. Смотрите, кто-то там есть. Давай. Бенни. Слушай меня, Бенни. Давай не будем вот этого сейчас. Да ёб твою мать. Нет, не крупье, именно Бенни. И Бенни хочет получить в голову. Бенни, не зли меня, ладно? Так. Ну
мозг наружу, крупье. На барабане зеро. На барабане. Мать твою так. Ладно, неважно. Мария. Мария. Итью. Отличный пистолет, между прочим. Платиновая фишка. Следующий уровень. Yes. Так. Давайте-ка поднимаем стволы до 65. Красноречие поднимаем до 65. Где я сказал? Ремонт до 40. И что еще вкинуть-то? Давайте вкинем в медицину все-таки немножко. Или нет? Или да. Все-таки в медицину. Потому что это мои стимпаки. Ну что, товарищ? Патроны тут какие-то. Ага, хорош. Очонки я твои заберу. И шляпку. Она тебе больше не нужна. Шляпа. Опять же очонки. И бритва. Тоже не нужна. Деловой костюм. Все такие деловые, мать их. Осколочная граната. Это интересно. Очки. И шляпа. Следующий. Шляпа. Патроны. Осколочная граната. Пачка сигарет. Вот это говно возьму. Пускай все-таки погубит у меня. В кармашке-то. Теперь давайте-ка посмотрим. Военная шляпа. Одну из них оденем. И отремонтируем ее. Пожалуй, полностью. Ну блин, пострадала моя броня. Черт. Оденем очки. И их тоже починим. Почему у меня фуловая эта каска? Хер поймешь. Неважно. Броню бы отремонтировать. Блин, винтовка вообще офигительная. Очки такие неплохие. Так. Ну чё? Давайте-ка найдем номер Бенни. А, сейчас, секунду. Так, вот, можно продолжить. Скайп забыл выключить, бывает. Президентский люкс. Поехали. Так, потом закупить бы еще 10-миллиметровый патрон. Воу. Крутое место. Это случайно Бенни. Это не тут случайно Бенни жил. О, это моя кровать. Это моя кровать. Офигеть. Унитаз. Каким образом его можно активировать? Давайте пописаем. Ты что, пил с унитаза? Господи, какой кошмар. Давайте с раковины запьем. Это такой ужас. Боже мой. Как ссаная собака, блин. О, боже. Медекс действия закончилось. Психодействие закончилось. Великолепно. Сейчас отхилюсь. Таким образом. Фу, черт, с унитаза пить. Какая мерзость. С ванной нет, с ванной не никак. Ну черт бы с ним. Так, давайте еще осмотримся здесь. Что за этим уберем? Так, тут еще одна ванная, да? Президентский люкс. Вообще мне нравится, честно. Сейф. Средний.
патроны нормально. О, починю. Натомёт крышки. Силовой кастет, ебон. Так, надо пару броник купить. Так, Мария, ремонтировать. Давайте я ее обычным пистолетом отремонтирую. Ну, моим любимым. Винтовка. Так, какой тут урон-то? Что она так разрывала-то? 43, нет. А у этой? А, 23, ну понятно. Давайте пока покажу с винтовкой ковбоя. Только потому, что у меня есть... Не, есть на нее патроны пока что. Так, починим. Продадим потом. Силовой кастет. Это такое. Туфта. На самом деле это все. Так, там лифт. А это куда дверь? Интересное место. Хорошо. Президентский люкс. Это неплохо. Так, что это у нас? Хорошо. Заберу я, пожалуй, твой магнум. Он тебе в любом случае уже не нужен. Where'd you go, punk? А кто там против, я не понял. Where'd you go, punk? Нет. Где они? Этот товарищ, который пуканул на меня. Так, издалека. Или он убежал куда-то? Где-то здесь. Had enough? А вон. Без этого, без понтов, ладно. Так, вот воу! Это. Воу! 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 Черт, как бы я хотел это все взять, не поверите. Точная крышка. Все. Испортили карту. Черт. Сложный. 75, я знал, что надо было качать взлом. Чёрт. Ладно, не важно. Театр Туз. А ну-ка, подождите. Где у нас апартаменты Бэйн? Карта местности. Ресторан. Президентский люкс. Так, ну давайте-ка в театр пойдем, наверное, это где-то здесь. Это я, конечно, зря. Ствол надо срочно менять. Так. Так, патроны есть, это хорошо, теперь помощь. Ну, вмажемся психа. Сразу одним стимулятором. И медикс. Изгой. Ой-ой. Да. Это, кстати, плохо. Ну чё, я специально, что ли? Они же сами на меня напали.
от КНЧ это плохо. Толчная крышечка. Так, давайте докторским саквояжем все починим. Ну, вроде как нормально. У меня опять нету патронов 10-миллиметровых. Ну, нормально. Он, это вообще такое оружие уникальное, которое притягивает во многих случаях. Все. Вообще любой бой. Так, давайте-ка пока смотри, как она выглядит. О, красивая штучка. Черт, а где же люкс этого? Долбаного Бенни. Долбаный Бенни. Может где-то здесь. Зря я вообще пошел в тот театр. Нужно было не ходить. Не был бы я сейчас врагом стрипа, но тем не менее. Лифт недоступно, недоступно. Черт, недоступно. О. 13 этаж. Какое классное число. Средний. Это просто отель какой-то. В любом случае. Чёртовы ублюдки. Вы как вообще посмели на меня напасть? Средний. Я ищу только апартаменты Бенни. Зачем было на меня нападать? Так, спальня, кровать. Никогда в жизни. Вода хилит. Это круто. Так, все, можно двигаться. Я должен найти апартаменты. Нет. Нужен ключ. Черт! Где же апартамент этого ублюдка? Дверь? А чья дверь-то? То есть это какой-то, наверное, подарочный номер, что ли? Что-то вроде этого. Дверь средний, дверь средний, дверь средний. Так, на первый этаж. И все. Черт. Дальше. Лифт недоступен. Лифт недоступен. Лифт недоступен. И тут лифт недоступен. Черт. Ладно, куда ведут эти двери? На двор. Черт. Давайте так. Ага! Воу! Класс! Вообще, ствол мечта! Критическое попадание. Так, ну ты со своим ножом. Госпожа, можете бежать куда хотите. Ресторан. Тут тоже сейчас макрухи будет полным-полным. Я так думаю. I've got... Да, вообще-то.
Предсказуемо на самом деле. Черт, ну еще один. Бармен. Ты что, конченый, что ли? С чем ты это делаешь? Бармен, инвентарь, вообще. Казино. А тут дверь средней. Давайте посмотрим. Вообще без проблем. Ядер холод. А, так, короче, запасы съестного. Ну, ничего, воровать не буду. Не, ну пистолет офигительный. Жалко только, что я попортил себе репутацию со стрипом. Ну это все такое, это все тлен, ребята, потому что я сейчас пойду к мистеру, не помню, как его там. Да это и не важно, в принципе. Так, у вас есть 10-миллиметровые патроны? Да. Великолепно. Патроны 10 миллиметров. А у тебя? У тебя такие есть. Ну ладно. Я думал, Бенни захочет со мной поговорить. Morning. Ну, от страха хотя бы. А он, оказывается, сразу пушку достал и все. Чертов идиот. Ну, давайте починим. Вот этим самым херовым стволом. Да, а вот этот, пожалуй, починим остальные. Все, я думаю, достаточно. Надо сохраниться и сразу бежать в соседнее здание. По-моему, там меня Виктор зазывал к мистеру Хаусу. По-моему, так его зовут. Черт, у меня просто сердце замирает, потому что... The eyes of the mighty Kaisar are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exceptional gift of his mark. Your crimes against the Legion, including the death of the fearless Wulpes and Kulta, are hereby forgiven. Kaisar will not extend this mercy again. My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our lands. Если это ловушка? Нет. Хотя почему нет? Если это ловушка, я захвачу с собой многих из вас. The mighty Kaisar has bestowed upon you his mark and guaranteed safe conduct. If he wanted you dead, you would be dead already. А, ты думаешь? Seek Kaisar by way of Cottonwood Cove, south of Nelson. The cursor Lucullus will be waiting. Hey, you there. I have a message for you. It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Какого Крокера, ёпта? Записка. Переговорить с вами... Короче, это походу... Это походу... Кесарю-кесарю. Так, а чё там? Смотрите комнату Бенни. Да чёрт. У меня был указатель всё это время. Я чё-то тупил. Ладно, сейчас приостановлю записи тогда. Посмотрим. Где там у этого козла комната? То есть вот это походу и была его комната. Воу.
Hey! Hi there! Good to meet you! Ты кто what такой? Can I do for you today? Ты что здесь делаешь? Good question! My function is to monitor Mr. House's data network and decode his encrypted transmissions. Allow me to introduce myself. I'm a PDQ-88B Securitron, but you can call me Yes Ma'am. Yes Ma'am. Разве ты не работаешь на мистера Хауса? As I understand it, I used to be just like all those other Securitrons out on the strip. But then my neurocomputational matrix was completely reprogrammed to be nice. Very, very nice. Я понял, тебя перепрограммировали. Ты раньше видел платиновую фишку? Sure. Benny had me look at it a bunch of times. It's a data storage device, kind of like a holotape, but a lot more advanced. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade his defenses somehow. That's just a guess, though. The chip's a proprietary format. You need special hardware to read the data on it. There are two locations with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. I'd look there! Mm-hmm. Что бы не собирался делать с этой фишкой? Oh! He wanted to kill Mr. House and use the Platinum chip to copy my neurocomputational matrix onto the Lucky 38's mainframe. That would give me control over all of Mr. House's defenses, most prominently his Securitrons. And then, I guess, I just do as I'm told. Ты очень охотно делишься информацией. I was programmed to be helpful and answer any questions I was asked. I guess nobody bothered to restrict who I answer questions for. That was probably pretty dumb, huh? Ну да. А если я захочу возглавить Нью-Викас? Then I'd have to help you. I mean, it seems pretty obvious Benny wouldn't have wanted me to. But hey, not my fault I can't say no. Итак, в чем заключается его план? Again, goal number one is to eliminate Mr. House and install my neurocomputational matrix on the Lucky 38's mainframe. Given how you're a new arrival, I also recommend that you get to know some of the region's tribes, so you can decide how you feel about them. By the time you finished up all of that, the Legion should be close to attacking Hoover Dam, and we'll execute the last phase of the plan. Вот черт. Это плохо на самом деле. А, что если мне нужно спросить у них про независимый Вегас или с помощью... Так. Допустим, с мистером Хаусом случится несчастный случай. Как это может произойти? It makes me feel really dumb to admit this, but I don't actually know. I've never been inside the Lucky 38. No one has. Mr. House is in there, though. It's the central node of his entire network. Я понял. Меня пригласили, кстати, в Lucky 38. Wow! Do you have any idea how special that is? Red carpet treatment? Seems a little mean to use his invitation against him like that, but I'm sure it's all for the best. I mean, Benny was always scheming about how he was going to get into the Lucky 38, but you already took care of that. Wow! The other thing you're going to need is the Platinum chip. You know, the one Benny killed a courier for over near Good Springs. Платиновая фишка у меня, помнишь? Of course you do. Sorry about that. And it's wonderful that you do. The Platinum chip is the key to overriding and exploiting Mr. House's defenses. Did I just say exploiting? That's not a very nice word. Говорим о чем-нибудь Sorry, другом. That was getting boring. Oh, no, I didn't mean that. Who needs their support? The Securitrons will be all the support you need. What I meant is, you should get to know these tribes and decide which ones you like and which you don't. Mm. You know, shape the future of Vegas.
Choose your neighbors. If you like a tribe, leave it alone. Or, if a tribe is nasty or going to be a problem, go ahead and exterminate it. It's whatever you want to do. Знаешь, я согласен. Так, с какими племенами мне стоит познакомиться поближе? There's a bunch. Some of them you've already met, like the chairman, for instance. I think you should visit the other families on this trip, the Omertas and the White Glove Society, so you know what makes them tick. And there are some important groups farther from the strip too, like the Boomers, the Great Khans, and the Brotherhood of Steel. Oh, he had some help. A lady friend of his. She said something about living in a fort over in Freeside. Mm-hmm. But that's all I remember. Форт бы сходить. Так, что ты упомянул про форте? Right! It's one of two locations on Mr. House's network with non-standard hardware. Я понял. My guess is it has a reader that can decode the chip. And who knows what else? Maybe a giant robot or something. Пойду и выяснить, что там. Neat. Let me know what you find out. Так. Если что случится с мистером Хаусом, я, может, выйду на связь. I'll be waiting right. Хорошо. Так. Рабочие терминалы. Замочный мастер. Воу. Подожди. Куда ведут эти двери? Мне просто интересно. Эти никуда. Это тоже никуда. Поехать в полуподвал. Тут никуда. Ну, пошли. Ага. Понятно. Все закрыто нахер. Короче, я понял. Нужен ключ. В любом случае. Так, ну ладно, чёрт. Так, ну давайте-ка на этом, пожалуй, закончим серию. В следующей серии мы направимся уже в форт. А там я хочу захватить Нью-Вегас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых видео, с вами был Марс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых видео, всем пока.